дорогие друзья, я показывала, что котята, подростки живут в отдельной квартире. У меня были ключи от чужой квартиры. Сегодня хозяин позвонил и, в общем, предложил освободить квартиру, так как, сами понимаете, они ее лучше сдадут, чем коты будут здесь жить. И коты остаются без своей квартирки, без своего жилья. Они здесь уже у меня полтора месяца привыкли. Хорошие котики выздоровели, толстенькими стали. Помогите пристроиться по своим домам. Пока коты не заболели, пока они еще в таком возрасте, четырехмесячном, кастрируем, стерилизуем. Девочка, два мальчика и вот барсучок, очень мне нравится. Куцый хвост такой толстый у него. Барсучок. Ну, у вас есть фотография барсука этого. Хороший котик такой, так хочется его в хорошие руки. Сбитый такой шарик, такой мячик хороший. Вот хвост у него красивый, такой не длинный. Вот, обратите внимание на этих детей. Жалко на улицу. У меня очень большая скученность в другой квартире. До 100 котов. Ну куда уже? Ну куда? Они заболеют там.